Очень красивый велосипед Cross Level. Смотрите, как все оборудовано. И есть поплок для блокировки вилки. Зеркала стоят вот так вот интересно. ББ, рога, все замечательно. Здесь у нас замена трансмиссии. Необычным образом человек катается все время на второй звезде. У него стояло 32 зуба. Поставили ему 36. Поменяли цепь и поменяли заднюю кассету. Помыли ролики. Тут вообще грязище было, прям комок огромной грязи. Очень много всяких вот этих вот пыльничков. Но пыльничек, видите, куда уезжает. Здесь пыльничек вообще у нас хомутиком привязан. То есть пыльнички вот эти вот, они, конечно, прикольные, но как-то они вот уезжают не совсем туда. Должны быть вот здесь вот. Все работает, все настроили, все очень хорошо. Также была здесь проблема с задней втулкой. Большой износ. Поменяли один конус, перебрали. Я надеюсь, что колесо отъездит больше, чем год. Может, даже и пару лет. Но на год точно хватит. К сожалению, велосипед вообще ни разу не обслуживал. Сохранился на холоде. Начали поршня также залипать. Но пока вроде тормоза работают. В общем, обсудили с клиентом, что будет он тормоза обслуживать, скорее всего, зимой. И зимой посмотрим, что со втулкой, может быть, поменяем. А так, передняя втулка живая, задняя вот хрустела очень сильно. Интересный велосипед. После полного, так сказать, ТО, на которое согласился клиент.